Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю видео «Вопрос-ответ». Так, первый вопрос от Настюшки Картуковой. Ты ездила на налете? Да, я ездила на налете без седла, на корде я на нем ездила. Пару раз сидела, но как бы налет это такой серый конь, он сейчас в учебной группе и как бы вот. Так, следующие несколько вопросов от Яны Зыриной. Привет. Привет. Как твои одноклассники относятся к коноблогу? Нормально относятся. Следующий вопрос от Елизаветы Глебовой. Много ли у тебя бруконников? Так-то много по всей стране, они как бы. И в Москве, и во Владимире, и в Шуе, и в Костроме, и везде, где угодно. В Ярославле, в Санкт-Петербурге даже. Учитывая то, что там ни разу не была. Как бы друзей у меня много, но вот постоянные, с которыми я общаюсь, это Дина и Алена. Дина, Алена, привет. Следующий вопрос от Насти Хохленко. Ксюша, кто был твоей первой лошадью? Моей первой лошадью был повелитель. Я на нем просто посидела, как бы меня сфоткали, и это как бы моя первая лошадь. Следующий вопрос от Виктории Миленевски. Ты всех добавляешь, друзья? Да, я всех добавляю, друзья. Следующие вопросы от Ани Калемин. Остаешься ты летом с ночевкой на конюшне? Нет, я таким не болею, у меня нет никакого дикого желания остаться с лошадью ночевать на конюшне. Мне как бы надо домой, там постики, видосики, все дела, как бы... До 9 или до 11? Ну, видимо, у меня уже нет выбора, ведь я в 10. Тая Колесник, привет. Скажи, пожалуйста, выступала ты когда-нибудь на костюмированном конкурсе? Если да, то кинь фото. Да, я выступала раза 4 в костюмированных соревнованиях. То есть это на Оскаре первый раз, это костюм Маши Медведь. И еще один раз я выступала в костюме Смиральда уже в Виват России. То есть это выездной старт, мой первый костюмированный был. И в костюме Дементора на Ласте. Привет, Катя Колесовой. Дарья Никипелова. Сколько максимум прыгали твои родители? Мама прыгала 1.30 м, у нее первый разряд, а папа прыгал 1.20 м, наверное, или 1.10 м, где-то так. Александра Сергеева спрашивает, нравится ли мне конь Лабрадор? Нет, мне этот конь не нравится. Чисто эстетическая картинка мне мало. Как бы, мне надо еще, чтобы была у лошади душа, характер и отдача в работе. Виктория Шахметова спрашивает. Посмотрела все видео, но таких вопросов вроде бы не было. Надеюсь, не упустила. Вы сами заезжали своих лошадей? Так как наши лошади с завода, значит, мы заезжали их сами. Но они были когда-то там заезжены, когда-то там в них на 3 года положили просто седло и все сказали, что она заезжена. Вот кобылу мы заезжали сами, ласта мы заезжали... Нет, ласта мы не заезжали. В одном из первых видео с ответами ты говорила, что вы делаете на даче конюшню. Как обстоят дела с ней? Я вот хоть убей, не помню, чтобы я говорила, что мы делаем на даче конюшню. Потому что, во-первых, не на даче, в деревне. Собираемся делать конюшню, строить. И как бы вот уже оформили землю только. Полина Шинкова спрашивает. Привет, привет. Есть ли график, по которому ты выпускаешь видео? Если есть, то, пожалуйста, скажи, какой. Я не хочу ставить какой-то график, потому что если я буду из него выбиваться, я себя буду бесить, из-за этого беситься, и вообще видео не будет. Потому что я буду бесить саму себя. Как бы, когда я бешусь на себя, то я ничего не делаю, я просто сижу такая. И все. Все, конец. The end. В общем, вопросы кончились, так что жду ваши вопросы по ссылке в описании. Я с вами была, я, Ксения Кузнецова, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, очень быстро говорю, но и всем пока!